все люди любят фотографироваться, потому что каждый считает себя фотогеничным. То есть думает, что на фото получается лучше, чем он есть на самом деле. Мы решили разыграть посетителей одного из столичных фотоателье с помощью нашего компьютера. Я пойду фотографироваться в другое место. Может. Это ж смешно. Ваше, вас все нормально, качество все устраивает? Нет, Машечка, качество нормально. Не важное качество? Ну, а чего? Ну, вы же красивый такой, мне кажется. Приятный качество будет, темновато. Темновато? Да. Ну, что, уши ваши, нос ваш. Очень обаятельно получилось. Водите троллейбус? Да. Боже, такие водители красивые у нас еще есть. Алло? Ну, нормально, все. Да? Красиво. А переделать можно будет? Переделать? Для фотографирования. Вы хотите перефотографироваться? Ну, это ж надо лысина, опять делать. Лысина, лысина не снимай. Ну, какая лысина? Вы назад расчесались. Ну, я сейчас вот так вот сидаешь постоянно так. Да? Я ж никуда не чешусь. Ну, понимаете, на этой фотографии я из пьянки не вылазил, наверное, раза три. И меня где-то под забором нашли. Да. Нет, ну чего, ну посмотрите на себя в зеркало. Нос ваш, уши ваши, все ваши. Да не хватало, чтобы еще чужое. Ну, видите. Давайте или переделывайте, или возвращайте деньги, я не хочу. Не знаю, мне нравится. Такой взгляд хороший. Вообще парень изумительный. Такой обаятельный. Я понял, как ты фотографируешься. Пятна. Такая обаяшка. Да очень, конечно. Вы говорите, кого вы. Такой получился образ соблазнительно... Да-да-да. Соблазнитель женских сердец. Да ладно. Ну как это? Нет, мне очень нравится. Магазин у вас где мой чертов хорошо. Да, я не буду. Нет, это не они. Были в другом, да? Ого, это я? Одна, мама нужна. Как одна мама нужна? Извините, но это не фотография, это болезнь собачья. Прошу вас. Что случилось? Что это такое? Ну, что это такое? Фотография была? Или это было так, Сейчас это официальный документ. Сейчас, секундочку. Сейчас я посмотрю, как не летим. Главное, не переживай. Сейчас все, что не могу вас найти. Вот этот молодой человек. 35-й кадр. Вот это вы посмотрите, нет? Ну вот. Вот этот. Ну да, я. Нормально все. Похож. Чего? Похоже. Снимаешь, что ли? Нет. Подождите, у вас... Вот так сейчас, на взрослом понятии. А, на паспорт. Теперь посмотри на мое лицо. Похож? Подожди, может я перепутал, может это не ты? Нет, вообще-то на меня похоже что-то. Ну,
Кошмар. Ну, похоже, она же ничья. А? Чем-то вообще. Кошмар, упадет в обморок. Ей на документ. На документ? Ну да, она, видимо, название повысила. С личным, да. Уже не знаю. Она же меня убьет. Нет, ну почему она должна вас убивать? Это же она фотографировалась. Она же выражение лица такое сделала. Ну да, ну вот это такой бровь, но там, я не знаю, такой же губы у нее нет до пят. А вы мама, да? Ну да. Я просто не узнаю свою ребенка. Она же страшная, как нет, на лысу похожа. На кого похожа? На лысу. Потретушировать. Закрасить эту бровь и нарисовать ниже. Теперь надо будет куда-то ее показать. Боже, беда вам. Думаю, ну конечно. Любой ребенок, потом я смотрю, совсем уже тут губья до пят. Ну куда это ходится? Зато эротично. А что ж теперь делать? Не подскажете, девочки? Перефотографироваться или что? Что как это? Вы не сильно расстраиваетесь. Вот эти фотографии вам больше нравятся? Ой, вы меня убили. Девочки, мне плохо. У вас снимала скрытая камера. Можете помахать рукой. Вот по зеркалу тоже можете помахать рукой. Ой, девочки. Ну, спасибо. Думаю, у меня не такой ребенок. Ну все, вы же тоже нормально. Да, я не обижаюсь. Добро. Вы не обижаетесь? Нет, но мне плохо стало. Вы считаете, что вот это нормально? Вот эти тени. Все небритое лицо получилось. Небритое? Здесь пятна. Ну, я брился сегодня с утра. Хочу вас попросить, Юлечка, чтобы вы не туда посмотрели в зеркало. Вот в то зеркало. Видите, там зеркало? Да. У вас сама снимала, пришла скрытая камера. А помашите рукой. Помашите. Нет, если вы знаете, где к зеркалу. Вот это больше на вас похоже? Вот это похоже. Он будет туда в зеркало посмотреть, это ваша фотография? Вот это моя. Вот так вот там вас снимала скрытая камера, поэтому вы не сильно нервничаете. Вы повышите руку. Хорошо, спасибо. Не обидно? Нет, ничего, нормально. Ну, по-настоящему мы, конечно, сделали очень полезное дело. С точки зрения, конечно, пограничников и милиционеров. За некоторые наши фотографии в паспорте можно было бы сразу человека сажать лет на 5 где-то. Сейчас поделится с нами впечатлениями один такой наш герой. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. А нас как зовут? Алла? Да. Ну, присаживайтесь тогда. Саш, вы себя считаете симпатичным человеком? Да. А фотогеничным? Нормально. Да? Ну и как вам первая мысль, которая пришла в голову, когда вы увидели интересно свой портрет? Было. Приятно. Приятно да, было, интересно, да? Приятель. Угу. Настроение дай приняли меня. Какой добродушный человек, скажите. Я бы вклеил ее прямо немедленно начальнику ателье, знаете, и призадумался еще, какое место выбрать. А в детстве сами ее фотографировали? Нет. Нет? Никогда? Нет. Мы сейчас вам подарим фотоаппарат от скрытой камеры. Пожалуйста, сюда его! Ну, во-первых, вот вам ваш портрет, только теперь уже увеличенный до нормальной такой понимаешь. Можно сравнить, вот, пожалуйста, с оригиналом. Это вам. Спасибо. Это как насобираете побольше фотографий, их в альбом, естественно, такой вот. Ну и, как я обещал, фотоаппарат действительно настоящий. Ну и, конечно же, посидите, пожалуйста, дома, как боги, с продукцией торговой марки «Олимп». А сейчас давай-ка вот так вот сходим и сделаем фото на память, да?